Арсенал боевиков нашли полицейские в Бахмутском районе Донецкой области. Там разоблачили и задержали двух местных жителей, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований ДНР. Во дворе одного из подозреваемых правоохранителей нашли тайник с оружием и боеприпасами. Они были зарыты в землю. В схроне обнаружили 8 огнеметов «Шмель» российского производства, 8 автоматов, магазины к ним, около 3500 патронов и военную амуницию. Весь арсенал изъят. Задержанных уже допрашивают. Против них могут открыть сразу несколько уголовных дел. Известно, что с 2014-го они действовали под руководством военной верхушки так называемой ДНР, промышляли грабежами, разбоем, похищали людей и отжимали машины.